Если решили отмечать День всех святых Хэллоуин, делать это стоит по всем традициям жанра. Костюм я оставлю вашей фантазии, возможностям, но с гримом помогу. Грим в домашних условиях сделать совершенно несложно. Главное иметь при себе гуашь, карандаши и тени. Смотрите и учитесь. Знакомьтесь, это Олег. Он не знает, что я собираюсь с ним сделать, а увидит только в конце. Начнем. Первым делом в ход идет карандаш. Прорисовываем основные линии. После того, как основные линии готовы, возьмемся за черные тени. Делается растушевка контуров. Только учтите, что тени должны быть без блеска. Белой гуашью рисуем новые зубы. В нашем гриме нижняя челюсть располагается на шее, поэтому стоит проследить, чтобы рисунок совпадал с верхней челюстью, в данном случае с губами и подбородком. Сейчас нам нужно сделать зоны, которые остались, выделить более ярко. Для этого мы используем гуашь, но используем ее руками, чтобы у нас получились не мазки, а именно тени. Наш грим закончен. Олег себя пока что еще не видел, но сейчас посмотрит. Прошу. Добрым утром. Всем хорошего дня.